Лутугинский валковый комбинат получил статус государственного предприятия Луганской Народной Республики. Председатель Совета министров Луганской Народной Республики Геннадий Цыплаков подписал распоряжение о создании государственного предприятия «Лутугинский научно-производственный валковый комбинат». Основными направлениями деятельности предприятия определены литье чугуна, производство машин и оборудования для металлургии, технические испытания и исследования, неспециализированная оптовая торговля, ремонт и техническое обслуживание готовых металлических изделий, другая профессиональная, научная и техническая деятельность. В соответствии с распоряжением, предприятие отнесено к ведению Министерства промышленности Луганской Народной Республики. Этому ведомству поручено провести инвентаризацию движимого и недвижимого имущества для дальнейшего принятия Совета министров республики решение по внесению в Народный совет ЛНР представления относительно закрепления данного имущества на праве хозяйственного ведения за предприятием, а также с целью формирования его уставного фонда. Также Министерству промышленности поручено разработать проект устава предприятия, согласовать его с Фондом госимущества и Министерством финансов, после чего подать на утверждение Совмина Республики. Кроме того, ведомству необходимо направить в правительство ЛНР письменное представление на назначение генерального директора предприятия. Согласно распоряжению, письменный отчет о результатах выполнения данных поручений Минпром должен представить до 20 марта этого года.